Привет. Это мы познакомились, за сколько лет мы общаемся через интернет, живем в одном городе, и только сейчас мы познакомились. Значит, у меня был канал... Чтобы вы поняли, о ком он говорит. Да. У нас был канал, у меня был Юрий Срига, сейчас перешел на дорожные зарисовки. Там поведу всяких причин и так далее. Это мы обязательно. Ну что, идем смотреть? Идем смотреть. Идем смотреть чудо-технику. Которая досталась... Сейчас пойдем. Которая досталась... Да, досталась кровью и потом. Да, действительно, действительно, кровью и потом. В сторону Юрмалы. В сторону Юрмалы, да. Вот, кстати, шоссе. Сегодня у нас один день перед праздниками большими. Да, сегодня 22 июня. Да, завтра начинается колоссальный латвийский праздник, который длится как минимум 2 дня. Но это между нами, девочками, говоря, он длится 2 недели. Он уже, наверное, уже люди где-то падают и не могут понять, как их зовут. Где-то и кто люди, они такие, да, как я тут смеялся. Где-то люди уже, и никто... уже и все. Уже в капусте. Значит, еще раз. Против солнца. Против солнца. Юрий Срига, он же дорожные зарисовки. Ну, я просто Юрий Диринч. Эх, хороший узел, блин. Ну, есть еще заглушки, не заметил? Заметил, оно внутри. Вот они. Внутри, я сразу увидел. Если, значит... Ты когда отсоединяешь... Это я все делал, да. Ни песок, ни все, ты их туда... Если упадет... Они пластмассовые. Да. Упадет кирпичик, все, они разбиваются. Ну, можно целлофаном намотать, обмотать. То, что остается шланг на ковше, мы ковш оставляем, все, уехали. Заглушки прикручиваются на ту часть, которая уезжает вместе с трактором. Да, да. Все. Да. Берешь на вилы, например, поддон с брусчаткой. Они сюда нащелкиваются, вот именно на эти места. Они не нащелкиваются, они накручиваются на резьбе. На эти места. Да, да. Да. Но у тебя шланг остается маленько на ковше, как бы. Кусочек тряпки кинул, там старую рваную майку какую, и все. Ключ не идет. Ключ не идет в комплекте. Да? Я померил штангелем, 50-51 получился. Поехал по этим нашим сараям, которые нету. 46 самый максимальный, даже разводных таких нету. И заказали в Урсе, но привезут только в среду. Пишите, не забывайте о нас. Да. Ставьте лайки, дизлайки, комментарии. Кидайте у нас кирпичи, мы забор из них сложим такой, чтобы устоять, если уж вам по-другому. Насчет кирпичей, так чем больше, тем лучше. Да, если вам действительно уже нечего. Да. Если такова. Если на диване места нету, нахрен, так пожалуйста. Ладно, ребята, сегодня у нас была встреча прекрасная по поводу... Встреча была по поводу встречи, во-первых, а во-вторых, только по поводу вот того красавца, который там вот стоит, который мы получили, еще раз повторяю, мы его не купили и доплату никакую не делали, нам заменили, любезно заменили, поняли, что мы не шутим и шутить с нами тоже не надо. Обмывать не будем, это, я считаю, что это лишнее, это какой-то анахронизм со времен непонятно откуда взявшихся. Ну вот, на сегодня мы прощаемся с вами, не забывайте нас, помните о нас, пишите письма, да, и рассказывайте о нас другим. До свидания. Ну вот, ребята, побывал у меня в гостях небезызвестный Юрий Срига, он же дорожные зарисовки. Сняли мы тут кучу материала, но основное кино, конечно же, смотрите на его каналах. Ссылка будет под этим видео. Удачи всем. До свидания.